В поликлинике КГБ номер 2 в военном городке Павшино приостановлен прием пациентов. Отделение перепрофилировано для проведения компьютерной томографии пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Прикрепленные к этому медучреждению могут обратиться за амбулаторной помощью по адресу Павшинский бульвар, дом 9, в поликлиническое отделение номер 3. Еще раз призываю всех воздержаться от плановых визитов к врачу. При острой необходимости специалисты, в том числе узкого профиля, приедут на дом. Оформить вызов можно по телефонам, которые есть на сайте администрации красногорск-адм.ру в специальном разделе «COVID-2019». Если у вас высокая температура, затрудненное дыхание, кашель и другие симптомы новой коронавирусной инфекции, к врачу идти не нужно. Звоните в службу скорой помощи или по телефону 112.